Госуслуги «Дом» – это многофункциональное бесплатное приложение, созданное на базе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ. Суть сервиса проста. Все отношения в отрасли ЖКХ по всей стране цифровизируются и переводятся в ГИС ЖКХ. Основная задача приложения – помочь жителям многоквартирных домов решать вопросы ЖКХ с управляющими организациями. При помощи сервиса пользователи могут направлять заявки, контролировать их исполнение и получать обратную связь. Если ответ управляющего организации не устраивает, то в приложении можно направить обращение в госжилинспекцию. В настоящее время инспекция активно проводит работу в рамках проекта «Мой дом». Акцентируется вопрос приложения госуслуги «Дом». На семинарах постараемся максимально показать, как это работает, для чего это нужно, что это дает, какие плюсы для жителей. Сервис госуслуги «Дом» стал прорывом для всей отрасли ЖКХ, как в свое время портал госуслуги или МФЦ, потому как экономит время. В систему ГИС ЖКХ в нашем регионе уже завели свыше сотни организаций, в том числе управляющие компании, с которыми больше всего сталкиваются люди в повседневности и на работу которых тоже довольно часто жалуются. Рекомендуется собственникам использовать данное приложение. Оно облегчает деятельность по управлению квартирным домом, получение сведений, необходимых по квартире для собственников, облегчение в плане оплаты жилищно-коммунальных услуг, контроля за сроками выполнения капитального ремонта. Полезных свойств перечислять можно бесконечно долго. И как раз-таки на семинарах есть работа ресурсных центров. Если возникают какие-либо рода вопросы по использованию приложения, на сайте есть размещены адреса, где располагаются ресурсные центры. Поэтому обратиться и задать те вопросы, которые у вас возникли в момент использования приложения. Зарегистрироваться также несложно. Для входа можно использовать уже имеющийся аккаунт. Эта операция подтвердит личность и позволит управлять объектами недвижимости, которыми владеет гражданин. Если человек еще не зарегистрирован на госуслугах, то сама процедура займет около 10 минут, а затем при помощи учетной записи следует войти в приложение «Госуслуги Дом». В приложении также есть доступ к передаче показаний счетчиков и оплате услуг ЖКХ без комиссии. Это самый удобный способ оплаты коммуналки. Елена Чернявская, Константин Головин. События.